Всех приветствую. У нас ремонт идет полным ходом. Вот так уже все выглядит. Начало это все краситься. Здесь вот проем еще чуть-чуть надо доделать, но мы сегодня вот ставим дверь и снимаем вот эту нашу основную перегородку. Вы когда приходили к нам на пивоварню, вы могли ее видеть, вот она с той стороны, вы ее, то есть с этого ее не видели, вы это видели. Мы снимаем перегородку и будем уже запускать этот зал. Наверное, в течение недели мы его откроем, но здесь будет просто пустота. Пока пустота, потом мы заполним. И сегодня мы освобождаемся пораньше и организовываем стрим. Уже 2 месяца у нас не было стрима. В 19:00 по Москве приходите, посидим, выпьем. Сегодня мы баночки крафта некоторые возьмем. Там заезжали ребята из Велка Моравы. И Никита Бервари заезжал, своего пива завез. Поэтому мы сегодня на стриме пивко еще попробуем разное. Попробуем, да. Так что... еще мы еще разыграем колонну. Забыл, да. Самое главное. Сегодня главный приз будет, это колонна Селиваненко. Да. Так что заходите вечером, 19:00, будем вас ждать. До встречи.